сегодня побывали дочь Наташа с зятем Лешей в арт-пространстве около Авроры. Его несколько показали нам в WhatsApp залов. И хотя с пословицей «Когда в хвосте начало, то в голове мочало, спускаю на людей я постоянно». Клипов своры. Из людей никто нигде принимать не хочет о необходимости ее понять, моих сигналов. Самый лучший зал в этом арт-пространстве, вот там справа была видна Аврора. Вот это мой зять Леша стоял без рукавки. Вот Аврора еще раз. Хороший ведь.